Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке да с книжкой толковой. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Да, настроение хуже не бывает. И гнусь кругом сплошная. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки, чтобы лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. И никого на горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Вот дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нету у этих? За неделю подошве гоплык. А колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Концентраты, блин, сплошные. А дома-то как было. Придешь вечером, а баба домашнего на стол горячего. Ах. Ничего, ничего, нормалек, прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои прорвемся. Эх, вот если б всегда такая пруха была. Это если прикинуть. Так, ага. Точно, 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже, и все. Завязываю с зоной нахрен. И что же оно за выжигатель такой, а? Правду о нем говорят или брешут? Новичков нынче как собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Эх, кусок был мяса такой. Здоровый, чтоб прям свертело. Скворчащий, сочный. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибыток за месяц отобрали, скоты. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Пить как охота. Эх, квасу сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Позбивались тут в стае. Ну, точно звери, по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Судьба. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Да. Вот ведь как грустно все выходит.